Оу, интерестинг. Ребята. Хай, ой, Даша, здрасте. Все, я походил с ними. Теперь я официально гей. Сюда! Стримера посвятили в геев, ребята. Изи. Как и заказывать. Опа, бля. Ты шо, бля? Оба нахуй. Оба! Ну, это я, кстати. Да, бля. Вот, это я, бля, да. Да, бля. То я падал, я тебя, блядь, застрелю. Ой. Привет! А передашь привет? Это зрители мои. Я посорка, ну такая кучная. Жена из, блядь, представилась. Здравствуйте, ребят. Всем привет. Кто это? Это. Меня Лёха зовут. Да, не знаю, кто это? Да? А, привет, Харт. Вот, привет. Что за фасолька? Они тебя знают. Ля, какие-то. Вот. Да ты что, с волосами мать живая твоя? Не знаю. Я не точно знаю. Давно я проверял? Бан, блядь. Шучу, есть. Как быстро достать 1000 рублей? Очень просто. Ты можешь поучаствовать в рейтинге. А я не попадаю. А так хотел с косарик. Вау, правда? Ого. Блядь, меня так бесили долбоебы, которые приходили в столовку и стримили там. Думаю, ёб твою мать, вы пожрать хотя бы спокойно можете без стримов? Вы можете хотя бы пожрать, дать спокойно другим людям пожрать, блядь, не стримя? А не в этот. Какой-то пак назов Макса Бута. Ага, лол. Будет похоть, потому что ты что тебе что-то размечено начать. Мотелок нету, только ты. Там было 400 вообще. Ты долбоёб, куда ты нас привёз? Какие тёлки, нахуй? О чём ты думаешь, мудила, блядь? Посмотрите, мы, блядь, тёлки, блядь, мечтай, нахуй. Так это чё, дебил, блядь. Будешь дупло дрочить, блядь, дебил. Типа чехлюпаешь, что-то это значит? Да? А, у них тут вижен, блядь. Don't go shrine. Какой нахуй шрайн там, блядь? Don't go shrine, you fucking retard. Да я спайбом, свинья, заткни ебало свое нахуй. Заебал. Очень давно не играл в доту. Очень давно. Твою мать! Твою мать! Найс игра, пацаны! Давай спокойно! Посидим, попроходим! Там атмосферная! Нахер ваши советы! Когда мы с ним надевала, твою мать, ну, да. Что здесь? У меня есть фотка с голубыми глазами. Что там это происходит? Такая, все, короче. А так? Ну и в самом деле, ну, употребляет наркотики, типа, сорян. Володя, Вова. Ну он реально употребляет, типа. Я сам это лично видел, как он это делает. Серьезно, он при мне, блядь, это делал. Я сейчас не шучу, я серьезно говорю. Когда я был в Москве, я сейчас не шучу, я серьезно говорю. Потом, да, я вот такой вот вам инсайт. Не, ну а что, если хайпануть, так надо по-хорошему, да? Поэтому это реально было, типа, я... Пиздец, да я знаю, я смотрела в инсте. Ты самолёте Арис Мородин, он будет работать. Такой, я умираю. Вы что, ебанули? Смородина! Я. Ты чё орёшь? Нашел! Я тебе бегал по всему респу, искал, не мог найти, прикинь. Привет, пацанс! Привет! Если супер лоб, то покер подарок. Как у тебя дела вообще? Рассказывай. Как дела? Я знаю, что он сказал, что пошли. Все, я успокоен. Здрасте, если обижай, там, если что, смотри, могу разобраться. Святослав! Когда приедешь? Все, все, да. Блять, это... я как-то служил в армии, короче, там мы бычки закапывали, реальная история. Во, я не тролль. Хотел сказать, что за тяночка? Потом бычки закапываем. И так целый год. Ебать! Ру...
руки на стол. Блять. Тупоёб. Минус экран, подожди тебя сейчас. Брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. На мосту стоит верблюд. Его пятеро. Ебут. Двое в уши, трое в нос. Довели его до слез. Ага. Вот это прикол! Туда всего двух писался. Я ебану, это что? Это интересно, хотя публикация другого интересна. А это кто? Контент. Контент мужчина. Инстаграм-то пост. Че, покрасилась? Жень, привет. Хотела, привет. Покрасилась? Жень, сколько ничего тебе лет? Мне 21 год. Кто это? Женя, ебаный рот. Женя, это о, она или он? Ну расскажи тогда, что она тебе... Что ты? Расскажи, что ты... Так, у нее не покрашены ногти. Я не знаю, накрашены ли губы. Длинный хайер, это, блядь, нахуй всех. Кто это? Женя? Ты он или она, блядь? Скажи нам, Жень. Жень, пожалуйста, расскажи нам, блядь. Тебе сегодня какие бренды, какие шмотки и по цену. Девочка в красной футболке, окей. Это не девочка в красной футболке. Это не девочка в красной футболке. Это мальчик вроде. Это не красная футболка. А ну сюда, малыш. Ага. Блять. Тут некачественный контент, тут не... На, сука, блядь, лудишь. На. Блять. Сикс. Блять. Я вообще давно 0.18 сидеть, смотри, как сильно бывает. Так же ассасин играет. Слава богу. Дай бал здоровья, кентавр. Просто лучше. Одному штук 20. Жза, жза. Бля, чё это мне скинули? Сказали, открой на стриме. Сказали, открой на стриме, открываем. Чё произошло? Сука! Как можно этого обосраться, я не понимаю. Ебать, я охуел. Хорошо, попросил, держи. Нифига тайминги, господи. Можно и порно закинуть плюс банку, да? И давай. Хочешь кинуть тебя, когда будешь, блядь, обкатайся, серьезно. Вы сами попробуйте, он атакует мгновенно, это что за жижа? А, тренды Ютуба опять. Это тренды Ютуба, сынок, познакомься, тебе здесь. Блин, мне в этой фаре, кстати, надо. Я думал, это типа доубивать. Обычные шарики, знаете, бля, когда ты берешь так, бля, гарпия, себя вдуваешь, короче, забыла. И у тебя голос меняется. А он стоит 1000 рублей, я думаю, что так дорого, блядь, за один шарик. Ты чё, Валькирии, ебанулся, да, что да, да, фурия, гарпия, вот. Гарпия, блядь. И этот чувак, у которого днюха, покупает эти шары. Где-то штуки 3. За 3 косаря. Я такой, ты чё, дурак, что ли? Почему так дорого? И мне дает, говорит, давай. Я такой, шо давай? Думал, голос сейчас поменяю. Я такой... И меня как ебануло, короче, ну, накрыло. Просто как в бошку мне дало. Блядь, я вуууу и полетел. Мне уши заложило. Я думаю, что происходит? У меня чуть, блядь, паника не началась. Я реально чуть не сдох. Я такой, вау, шо? Куда летим, да? Я забыла! Я забыла! Ебать! Ля, блядь! Хуан Педро какой! Ебический трендулет, блядь, пиздец, сурово! Ебать, пизда, блядь! Бля, блядь! Ля, какой чё! Блять, пиздец. Что, блядь, вы думаете, ему ключ надо? Пиздец был, честно говоря, просто жесть. Ой, это смесь Хесуса и Братишкина? Нихуя! Ты что делаешь-то, а? Боже мой, я ж на кнопку нажал случайно. О боже мой, у меня аж сердце биться началось. Бать,
Ну чё, народ, ёбаный рот, погнали нахуй! Ты нас исправишь. Когда мне 150 тысяч задонатят, тогда исправлю. Блять! Дорогой чатик, мы с вами знакомы уже очень-очень давно. Ой-ой-ой. Я не могу больше скрывать свои чувства к вам. Мне кажется, что мы должны быть с вами вместе на всю жизнь. Ой-ой-ой. Лерочка, Лерочка, поэтому, пожалуйста, выходите за меня замуж. Я готова оберегать вас и в горечи, и в радости, и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и в здравии. Быть для вас опорой. Смотреть с вами самые лучшие передачи, петь для вас самые лучшие песни, показывать вам сердечко. И если вы согласитесь, может быть, когда-нибудь наши отношения перейдут на такой уровень, что я даже покажу жопу. Выходите за меня. Я не успела ей пальчик протянуть, чтобы колечко сделать. Лера Романова сделала предложение быстрее, чем Максим.